Всем привет, друзья, с вами Варчик, и я сыграл на Маусе 200 боев. Мне кажется, после этого надо сразу диагноз какой-то выписывать. Кто вообще в здравом уме сыграет на Маусе 200 боев подряд, просто вот. Каждый день Маус. Честно говоря, я думал, что три отметки на Маусе берутся гораздо легче, но... Все упирается в то, что стабильности нет на этом танке. На некоторых картах играть легко, на некоторых картах... Ты можешь сыграть как светляк и получить огромный прирост к отметке. А есть бои на некоторых картах или просто ситуации, где ты на Маусе просто ничего не можешь вообще. И в таких боях ты сливаешь по 0,5%, чуть ли не по проценту отметки. Но набираешь ты опять эти проценты крайне долго, часами. А сливаешь буквально за один миг, за один бой двухминутный. И потом снова часами это все назад восстанавливаешь, и потом за 2 минуты хоп, и все опять. Я застрял примерно вот 88-89% отметка, и она постоянно вверх-вниз. Причем вверх очень долго и медленно, а вниз очень быстро за 1-2 боя. Я настолько устал от него и настолько наелся этого Мауса, что аж пропадает желание вообще заходить в эту игру. И мне кажется, если это продолжится, то я просто перестану заходить в картоху, потому что да сколько уже можно. Мне Маус очень сильно не нравится. Ужаснее десятки я не могу вспомнить. Он мне не нравится ни геймплейно, ни внешне, никак вообще. Причем так было не всегда. Поначалу, первый боев 100, в принципе, было все норм. Но дальше это уже перебор. Поначалу ты воспринимаешь новый геймплей Мауса таким образом, что... Ты учишься, как на нем играть, это что-то новое, это интересно, это прикольно, потом вот ты более-менее научился, и все. Дальше уже особо играть-то и не хочется. Все, ты наигрался, ты это понял, ты это осознал, дальше неинтересно. А если оно еще и бесит в этот момент, то это все. Поначалу я был рад, что заказали три отметки на Маусе. Необычный геймплей, на котором я никогда не играл. У меня было сыграно на Маусе 6 боев, все, я больше на нем не играл. Я купил Мауса, откатал 6 боев и бросил его. Поскольку мне просто в тот момент не понравилось, насколько громко по мне попадает арта, а она постоянно каждый бой в меня стреляет. Но вот сейчас вроде арта стреляет не так громко, плюс еще заказали 3 отметки на нем. И первый боев 100, в принципе, я был доволен всем. Но вот сейчас, когда уже я сыграл 200 боев на нем, он меня уже задушил полностью. Либо я беру перерыв на Маусе, либо я просто беру перерыв от игры вообще. Мне кажется, в заказ на 3 отметки нужно ввести простое правило. Либо беру 3 отметки на танке, либо отыгрывая на нем 100 боев. Если за 100 боев не взял 3 отметки, нужно брать перерыв, поскольку танк меня задушит морально полностью. И потом через время когда-нибудь можно попробовать еще. Если что-то изменится, или когда я от него отдохну, поскольку когда танка пригорает и ты им наелся, в этот момент ты играть лучше точно не станешь, а скорее всего хуже или вообще будет полное отвращение от игры. Поэтому сейчас очень важно, чтобы вы в комментариях написали, что вы вообще про это все думаете. Заказ на 3 отметки, нужно ли потеть за 1500 рубасов за 3 отметки до талого на танке, пока не возьму, и не важно вообще, что там со мной происходит. Взялся брать 3 отметки, значит, надо до конца идти. Или нужно откатать 100 боев и хватит. Нужно брать перерыв. Или какой-то свой вариант. Во-первых, смотреть кучу стримов на одном и том же танке, я думаю, вам тоже, наверное, поднадоело. Каждый день Маус. Меня в Маусе больше всего раздражает одна вещь. Его максимально пресное, убогое, неконкурентоспособное орудие с очень слабыми снарядами и неимоверно небольшой альфой, как для такого огромного медлительного мастодонта. Да у такого огромного танка должна быть альфа 1050, если сравнивать его с танками, которые остальные есть в игре. Поскольку есть восьмерки там с альфой по 440, которые СТшки носятся быстро. А это жирный здоровенный Маус, который вообще не едет. Так у него альфа должна быть 2 миллиарда, минимум. Один расстрельнул, полкоманды убил. А он там что-то пукает по 500. Так еще и пробитие. Боже, что это за пробитие? 311 всратым подкалибером, который ни черта не пробивает и не любит вообще никакие наклоны у брони. Только какой-то наклон, все, не пробил, рикошет. И какая убогая стабилизация, господи. Почему танк, который
едет 0 км в год, имеет такую плохую стабилизацию. Максимально дурацкие параметры орудия, именно вот как для меня создавалась эта пушка, чтобы меня в ней бесило все. И у нее это получается, она реально меня раздражает все 200 боев, сколько я на нем играю. Но больше всего меня интересует мнение человека, который заказал эти три отметки. Поскольку пока я не взял три отметки на танке, я чувствую себя как-то неловко, как будто бы я то ли должен человеку, который заказал три отметки, то ли поступил как говно. Короче, в общем и целом я слишком добрый по натуре человек, поэтому даже такая ситуация меня напрягает. С вами был Варчик, играть красиво. Обязательно пишите комментарий, что делать. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел видео до конца.